Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и как вы поняли из названия видео, сегодня я буду рассказывать о своих очередных покупках в магазине Fix Price. Я совершила двойной набег на этот магазин, можно так сказать, но не могу сказать, что это было мега огромные какие-то покупки, но это именно то, что мне сейчас было необходимо. Если вам интересно узнать, что это были за покупки, тогда я вас приглашаю к просмотру и надеюсь, да, данное видео будет для вас интересным. Начну, наверное, с большого. Я купила два вот таких вот горшочка. Они коричневого цвета и сделаны, могу сказать, не из очень хорошего пластика, но на какое-то время они мне прослужат. Здесь я хочу посадить цветы, такие, как в простонародье называются, коврик. Купила два таких горшочка. По-моему, размер у них, мне кажется, 30 сантиметров. На них, к сожалению, не было никаких размеров. И да, в нашем Fix Price цена варьируется от 50 до 99 рублей. То есть, как бы, какие-то товары по-разному. Но все же, эти горшочки я купила за 50 рублей. В принципе, я ими довольна. Как они будут дальше мне служить, мы узнаем по ходу жизни. Но все-таки пока я довольна данной покупкой. Следующее, что я купила, это был вот такой вот, ну, можно сказать, шейкер. Бутылочка 400 мл. Всем известные марки. Кетхер, по-моему, называется, на немецком не читаю. Очень удобная, могу вам сказать, бутылка. Ну, на первый взгляд, водичку еще не наливала, у нее здесь такая вот заглушка, которая плотно закрывается. Очень герметично, на первый взгляд, идет, потому что, во-первых, 4 вот таких вот лапки, которые хватаются за бутылочку. Также здесь присутствует силиконовая резиночка, что, в принципе, должно быть герметично. Если будет не очень качественная, выброшу, даже не задумаюсь. Также здесь присутствует сеточка для того, чтобы, когда мы будем делать летние напитки, ничего не попадало нам в рот, когда мы будем, собственно говоря, пить. В принципе, я покупкой этой довольна пока. И здесь еще идет такой плюс, несомненный, это то, что имеется вот такая вот у нее, ой, как сказать, ручка, да, такая, которую можно будет засунуть в руку, и бутылочка не выпадет, если вы, к примеру, занимаетесь велопрогулками, если вы бегаете. Классная бутылочка голубенького цвета, голубенький, наверное, потому что у меня сын меня тянет в последнее время на голубой бирюзовый цвет. Ну, классная бутылка, имеется разметка, неплохая, пахнет специфически, но не критично, мне кажется, после помывки это все выветрит. Запах уйдет, так что вот так вот. Покупкой довольна. Следующее, что купила и покупаю, как вы знаете, не первый раз, это вот такие вот Bon Home пакеты для замораживания с завязками биоразлагаемые, господи, заговариваюсь. Их здесь 50 штук, они по 3 литра. Чем мне нравятся эти пакеты? Тем, что на этих пакетах существует, находится такая вот полосочка, на которой вы можете написать, во-первых, что вы заморозили, дату заморозки, для того, чтобы, ну, собственно говоря, ваша заморозка, она не превратилась в какой-то уже, знаете, просроченный продукт, который, собственно, уже и кушать-то нельзя. Так что, в принципе, очень даже удобные, хорошие, качественные пакеты. Сейчас пониже сделаем. Следующее, что хочу показать. Да, девочки, наконец-то в нашем Fix Price я смогла найти мои любимейшие перчатки Bon Home, хозяйственные, резиновые, 2 штуки, размер M. Мне комфортно в размере M, потому что размер S для меня, ну, прямо не по ручке идут, а мне надо, чтобы немножко было пространство, чтобы кожа дышала. Очень удобные, нравится, покупаю уже в какой раз, и всем советую, сама беру, так что вот так вот. Следующее, что я купила, это был вот такой вот антисептик, гель для рук. Могу сказать то, что, как и любой антисептик, он очень сильно пахнет спиртом. Не знаю, насколько он убирает именно бактерии с рук, но могу сказать то, что после того, как попользоваться им на прогулке, придя домой, нужно воспользоваться каким-то кремом для рук, потому что, ну, подсушивает кожу, и я так решу, что, я так предполагаю, что это именно из-за того, что здесь содержится спирт. Но ничего страшного, на прогулке с ребенком, особенно летом, актуальность дезинфекции рук всегда присутствует, и сухость рук можно, в принципе, убрать любым кремом, который вам подходит. Так что хорошая покупка, мне тоже кажется, и объем, и цена за 50 рублей 100 мл, девочки, ну,
просто дешевле, мне кажется, не найти на сегодняшний день. Если найдете, пишите. А следующее, что купила, это вот такую вот милейшую тетеньку. А я вообще ее брала не для бижутерии. Я думала, что сюда подойдут вешать ключи, но оказалось то, что вот эта вот ножка, она маленькая, и в принципе эту тетушку можно поставить на свой туалетный столик и замечательно складывать свои какие-то повседневные украшения, которые вы носите и снимаете, когда, собственно говоря, ложитесь спать либо принимаете душ. Очень милая тетушка, хорошо сделана, здесь оно вкручивается. Ну, правда, очень удобно, очень качественно, нареканий вообще никаких нет. Ну, я так предполагаю, это ковка все равно какая-то. Ну, здорово сделано, здесь стразик. И прям, знаете, я на эту девочку посмотрела, на эту женщину. Прям, ну, реально мой стиль. Мне нравятся такие коктейльные платья с такими лямками, мне нравятся шляпки. Так что классная штучка, мне понравилась. А следующие это покупки уже были для нашего ребенка. Это были вот такие вот пазлы. 160 штук, они идут от 3 лет. Размер будет картинки 22 на 33 сантиметра. Актуальность машинки, все мамы, у кого есть мальчики, меня поймут. Машинки это болезнь любого ребенка, мальчика. Пазлы берем не в первый раз, мне тоже нравится. И в принципе, по качеству они меня устраивают, и можно очень интересно и занятно провести вечер всей семьей и приобщить ребенка к творчеству, так скажем, маленького ребенка. И следующее, что купила, это была вот такая вот шапочка. Она сделана, по-моему, из трикотажа, 90% хлопок и 92% хлопок. Сейчас вам покажу. И 8% эластан. Могу сказать действительно то, что шапочка мне понравилась. Ребенку тоже мне нравится такая расцветочка за 50 рублей. Сейчас ходить, к примеру, очень даже, когда будет просто какая-то прохладная погода. Девочки, могу посоветовать. Хорошая шапочка за 50 рублей. Очень даже. Так что вот так вот, девочки. Вот такие были у меня покупки. Надеюсь, они для вас были интересными и также полезными. Может быть, вы что-то для себя почерпнули и будете приобретать это тоже в магазине Fix Price. Так что вот так вот, девочки. Спасибо большое еще раз, что вы зашли на мой канал. Спасибо, что вы провели время со мной. Если вам понравилось видео, не забывайте поддерживать меня пальчиком вверх. И для того, чтобы не пропустить какие-то мои новые видео, мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой канал. И не забывайте прогуливаться. Может быть, что-то вы там еще интересное найдете на моем канале. Так что вот так вот, девочки. Всех люблю, целую. До новых видео. С вами была ваша Ира. И всем пока-пока.